вот украшены. И, например, можно увидеть какие-то артисты. Мне очень понравились мастер-классы, как они из них делают короны и другие вещи, такие хорошие. Мне понравилось, что здесь сфоткаться можно со всеми, и здесь они все классные, все крутые. Мне больше всего нравился Джек Воробей и Мышка. Театр очень большой, можно пофотографироваться. Понравился Джек Воробей и Мышка. И еще интересного то, что здесь разыгрывается то, что можно везде потрогать все, сфоткаться. Инсталляции, это вообще чудесно. Все прекрасно подобрано, интересная задумка. Я также сделала фотографии с инсталляцией «Человека в футляре». Безумно интересно. Все очень красиво, много места, все артистичные, веселые, можно хорошо пофоткаться. Очень красиво украшены, все так интересно. Артисты добрые, смешные. Театр очень красивый, здесь много красивых геолокаций, где можно пофоткаться. Много узнаем нового, чего не знали. Мы посетили некоторые мастер-классы, они были очень прикольные, разнообразные. Мне очень понравились эти инсталляции из театра.